Выпить чашечку кофе, стаканчик холодного лимонада или вкусно покушать на летней площадке любимого заведения. С 11 мая Кабмин официально смягчил карантинные ограничения. И многие одесские заведения уже начали приспосабливаться к новым условиям. Обязательная уборка помещения с утра с использованием всех возможных санитарных дезинфицирующих средств. Уборка через каждые 2 часа, мы протираем все возможные поверхности, столешницы, дверные ручки и так далее, и так далее. То есть у нас есть график, по которому мы строго следуем. Для небольшого кафе на Канатной сегодня важный день. Заведение открылось впервые с момента объявления карантина. Коллектив, рассказывает Лилия, с трудом, но удалось сохранить. После длительного перерыва к работе возвращаются с оптимизмом. Хоть этот формат и непривычен. Естественно, это формат с собой. Только с собой. Все в индивидуальной упаковке. Одноразовая посуда. Все только в таком режиме. Неизменный атрибут любого заведения, которое сегодня начинает работу, это антисептик, набор медицинских масок и одноразовые перчатки. А при входе на ярмарку на Дерибасовской вам еще обязательно измерят температуру. 36,6. Спасибо. Ждать посетителей долго не приходится. В заведение люди приходят отдохнуть как вдвоем, так и компаниями. Длинная очередь и к Макдональдсу, который раньше работал только для авто или на доставку. Часть заведений все еще готовится к открытию летних площадок. Признаются, соблюдать все нормы нелегко, но работу восстанавливать нужно. Карантин ощутимо ударил по малому и среднему бизнесу. Этот ресторан пострадал полностью, то есть как бы там... Все сотрудники сидели дома, часть мы вызывали на второй ресторан, который работал. Ну, здесь полностью 100% потери. На второй ресторан просел, если 100%, то на процентов 85-80 он просел в формате того, что он мог зарабатывать. Официанты все будут работать в средствах индивидуальной защиты. Это перчатки, маски, это личный санитайзер у каждого официанта. Плюс санитайзеры будут стоять на столах. Фраже, вся посуда, которой мы пользуемся, проходит термическую обработку после каждого гостя. Тяжело, потому что это также, смотрите, во время карантина это было все с собой на вынос. Сейчас площадки нам открыли, но у нас сейчас также режим, люди просто могут посидеть, но все с собой, пластиковая посуда. Уже с сегодняшнего дня мы готовы обслужить наших гостей. То есть, как бы, как видите, у нас уже идет демонтаж столов, площадки, мы все ремонтируем, все ставим уже. Смягчение ограничений предприниматели и юристы считают справедливым по отношению к малому и среднему бизнесу. Не может быть так, что, извините, наш любимый Привоз или базары наши закрыты, да, а эпицентр работает. Здесь все-таки произошла более-менее справедливость в рамках исполнительной власти. И я бы сказал, даже в какой-то степени уточнения предыдущей постановления Кабинета министров. При этом одесситов предостерегают, карантин не закончен, как и эпидемия. Поэтому рекомендуют по-прежнему соблюдать все необходимые меры предосторожности и беречь свое здоровье. Лилия Горопашная, Владимир Ивжич, телеканал «Репортер».